Именно Сочи автодром сможет привлечь несколько миллионов туристов уже в октябре. Трасса, где пройдет российский этап Гран-при Формулы-1, практически готова. Сейчас строители приступили к укладке верхнего полимерного слоя трека и выполняют отделочные и фасадные работы. В эксплуатацию объект будет сдан в августе. И Сочи автодром станет круглогодичным местом проведения различных гоночных состязаний. Помимо Олимпийского парка, вице-премьер прошелся и по Имеретинской набережной. Заполняемость пляжа уже говорит о том, что новая прибрежная полоса пользуется спросом, отметил Дмитрий Казак. Сегодня такая нешуточная конкуренция между владельцами гостиниц за пляжи. Вот я знаю, что все пришли сюда для того, чтобы получить побольше пляжных территорий, для того, чтобы их обустроить. Мы будем это делать, будем предоставлять пляжи при одном условии – обеспечения общего доступа на эти территории для жителей Сочи, для гостей, не только для постояльцев гостиниц. В целом, отмечают в правительстве, курорт принимает гостей на высоком уровне. И заинтересованность туристов к олимпийской столице есть. Даже в горном кластере трехзвездочные отели заселены больше, чем на 50%, отметил Дмитрий Казак. И впереди Сочи примет еще ряд знаковых событий – ближайший международный инвестиционный форум в сентябре.